الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamu alaikum. Umuk kardeşlerim, başkalarında erektebir miyim? Bağrından da şurada biz yokuz bizde. Allah o da sağlık salamatlık versin. Öyleyse uzukta da bizim başımıza gelen zat 42. yıla zaten ben özümde bilemem. O zaman da 10 yıl oluyordum ağa. Şu tavuk halk anasın, eşitsin. Şularda bu sürmalı yoksa şu. Ama şurada bu sırmalık bulgan mısa, şu kumuk kalk, şurada etken zararlı yok idi. Şuranın gelinin ne algın edi, uyuna aç da belgin edi, yapma yeri de belgin edi şuranın. Bu saatte de bizim Arap'tan gitmiş şuran milletleri. Ama şu kıyılık kadar salıp tarıklar, umuklarını, umuklarını yerge de uyup, şurada bu sırmalık yok, bu sırmalık var mısa şundan, şu müftü, camianın başını tutmasaydı şu bu sırmalığı varmışsa şunu yer almaya. Şuna bu sırmalığı yok. Bu sırmalığı yolla aitmiş olaydı. Her kim özünün toprağını özü yaşamak atarak. Gelecekti de bulacaktı da. Ama kardeşlerim, geliniz bir bulayım. Geliniz bir bulayım. O olayı, Ali olayı, Amin olayı, bulacaklarını koyayım. Haydi yerini koyup çıkmanın talabını eteyik. Anayım siz kardeşler, katıllar. Bir buluğuz barınızda, çığız. Şu ululukta Allah-u Teala bize kömeği etsin. Kalkan topraklarında almaya şu bizim başımı tutup yürü geldiği de Allah sağlık versin. Bir dua da et koyuyoruz yaraymışsa. Bittireyim. Allah'ım ne gafur rahim. Yüreğimizde yaşam Allah yetiştir Allah'ım. Ya gafur rahim Allah'ım. Dişinin kıyının tilemeyiz. Kişinin toprağını tilemeyiz. Özümüzü toprağımız toprak bulmasa aş bulmayı, toprak bulmasa adam bulmayı. Ay gafur rahim Allah, yüreğinde yakşamalar yetiştir. Şu hakimlerin de yüreğine yakşamalar sağ ol. Allahümme salli ala Muhammed. Fatiha. Şu taneyi alıp var şu. İtli bir it bulgan şu. Köp savoluğuz, barakallah. Allah razı olsun sizge bir daha da bir tek biraz özümüz yaşları da olan, cahilleri bulanlar daha da oylaşar mız? Ne hal ne iş tutmatarıkız biz bundan. Gelecek bir balah olsa hazırlığımızı göreyik biz de. На сегодняшний день требования нашей общественности, которые были выдвинуты 28 апреля 2012 года, исполняются неудовлетворительно руководством республики. Мы поднимали вопрос о том, чтобы нам вернули бы те земли, которые у нас забрали в 1944 году в связи с депортацией жителей наших сел на земли репрессированных чеченцев. Данная территория, Караман, эта акция была согласована с общественностью трех поселков и вызвана тем, что на наши неоднократные обращения, десятилетиями уже, которые поступают во все инстанции, даже на имя президента Российской Федерации, не выполняется. И к нашим требованиям никакого внимания не уделялось. Но сегодня, когда 28 апреля постановлением президента Республики Дагестан создана комиссия по разрешению и найти выходы в создавшейся ситуации и решить проблемы и интересы жителей наших трех сел, комиссии работа ведется неудовлетворительно. По сей день уже прошло более трех месяцев. Конкретных решений не принято по нашим обращениям. В связи с этим сегодня опять-таки прошел сход жителей трех сел, где принимается решение, что только общественность, взяв в свои руки свои права, может отстать.
свои интересы и защитить свои земли, которые передали им их предки. Сегодня тоже обсуждался послание президента Республики Дагестан о внесении частной собственности на земли сельхозоборота. То есть все те земли, наши колхозные, которые были переданы во временное пользование, сегодня могут уйти в частную собственность. Все мы и наше общество не согласны. Мы обращаемся к руководству Республики Дагестан. Пусть они сперва вернут общественности все их земли, сельхозугодия, пастбища и всякие прочие наши земли, а после этого только согласие общественности принимается решение, на какие земли вводить частные собственности, на какие нет. Общество само вправе решать, как им распоряжаться своими землями. Любое распоряжение имуществом общества, оно должно пройти через референдум. Ранее тоже были приняты такие шаги о внесении частной собственности на сельхозземли в 93-96 году. Тогда провели референдум, и на референдуме единогласно было принято решение о несогласии общественности Республики Дагестан с этим законом о внесении частной собственности на земли сельхозоборота. Сегодня опять-таки этот вопрос стал, опять мы требуем от руководства, чтобы не так общественными разговорами, сходами или же какими-то там протоколами сходов жителей разных поселений, а чтобы они полноценно провели референдум, потому что этот вопрос касается интересов всех жителей Республики Дагестан. А нас, кумыков, парки, кихулай, абрикен, оно касается ОС, потому что наши земли и так забрали, отдали другим колхозам. И теперь, чтобы нам не вернуть, значит, мы должны будем выкупать, что ли, эти земли у кого-то. Но наши же земли продают кому-то другому. Ну почему у нас не спросят? Или почему нам не возвращают эти земли? На эти вопросы сегодня нам не может ответить никто. Мы констатируем свои решения, свои права согласно законодательному лесному кодексу, земельному кодексу, согласно 131 федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления. Но все наши права игнорируются самими же органами власти, которые непосредственно должны соблюдать, которые непосредственно должны принимать участие в соблюдении законных прав и интересов каждого общества. Но они, игнорируя все права гражданского общества на самоопределение, самоуправление, сами в одностороннем порядке чиновничья власть хочет принять решение и распродать все земли на низменности. Поэтому мы не согласны, и сегодня на сходе было принято решение о принятии обращения к руководству республики о том, что общественность Тарки, Кихулай, Альберкен не согласна с тем, чтобы внести частную собственность на земли сельхозоборота. А мы опять-таки требуем, обращаемся с требованием к руководству, чтобы вернули земли нашему обществу согласно 131 федеральному закону, согласно земельному кодексу, согласно гражданскому кодексу. Земля – это имущество общества. А те, кто разворовывает имущество, тех должны посадить. А сегодня по отношению к ним никаких мер не принимается. А наоборот, старается общественность спровоцировать на неправовые действия и тем самым выставит общественность трех поселков, как бы незаконно мы работаем и незаконно требуем свои права. Вот на что мы просим обратить внимание всех нормальных граждан, которые понимают и отстаивают свои гражданские права. Все, спасибо вам.